Сегодня у нас 1 октября 2019 года, 15 часов 25 минут. Татьяна Салмановна Мактум Сейфудин, это я, это мой Life Journal. Сейчас я вам покажу мои, так скажем, видео, которые я сняла на мой телефон. Сейчас открою эту камеру, альбомы. Так что вот. Закрыла, еще закрываю я, конечно, на ключ постоянно мою дверь. Если выхожу, я закрываю, вы понимаете, да? Так что вот. Сейчас же мусор выношу. Так что закрываю. Thank you.
общем, видео загружается. Сейчас еще видео одно. Площадки около лифта. Это было вчера. Так что вот. Сегодня у нас 29 сентября 2019 года. Около 10 часов вечера. Хотела салмана на макрос я. Заплатила, положила 200 рублей. Сейчас на мой номер телефона. Поинтересовалась, что мужчина в офисе МТС, почему у меня теперь этого лимита минус 500 нету. Иду в три. Почему-то в приз что я в шляпе иду в призму, в пяти озерах, вечером уже около 10 вечера. Себя крупно заснимаю, переснимаю с моего телефона. Загружаю видео на мой канал YouTube Татьяна Салмановна Мактум с Сейфудин. А также смотрите, у меня два канала YouTube, один на русском языке, другой на английском, мое имя Татьяна Салмановна Мактум с Сейфудин. Также моя страница на Фейсбуке Татьяна Л. Вот. И моя страница ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сейфудин через дефис. Вот такие вот дела. Ну, в общем, я в призме тут смотрю продукты, озвучиваю. Помидоры, огурцы вроде у них там по 60, были с ним по 50, видела, думаю, по 50 куплю, в общем, баджи, так что вот. Хотя может быть. Вообще, магазин, думаю, до 11 работает. До 11, до 10. В любом случае, я успею. Вот видео получасовое, я там еще гуляла. Сейчас знаете что, это видео загрузится, я буду вот это загружать. Вот, сейчас себе на кассе.
оплачиваю мои покупки моими наличными деньгами в магазине «Призма». Сейчас загружаю, опубликовать. Смотрите, опубликовать. Сейчас я его перепубликовываю на мою страницу Фейсбука. Нажимаю. Важные советы по финансовым грамотам. Всем привет, дорогие друзья, с вами Наталья Грабзина. Сегодня наше небольшое видео, наша встреча посвящена очень серьезной теме, которая звучит так: на чем можно экономить и на чем экономить нельзя. Итак, всем большой привет еще раз из великолепного солнечного города Майами, где теплые воды океана омывают песчаный берег и ходят красивые спортивные загорелые люди. Везде это действительно очень как-то, знаете, вдохновляет и заряжает. И вот как раз на этой энергии я и хочу побольше снять роликов и передать вам
дозвонилась в 91-ю квартиру, хотела с мужчиной, с Антоном поговорить, который ко мне уже сюда в гости приходил, он приглашал меня к себе в гости. Вот, короче, я сегодня сходила, позвонилась, но, может быть, он на работе, там мне никто не открыл, так что вот. Сейчас у нас 15:49. Татьяна Салмановна, Мактум, Сейфуди. В общем, сейчас я вам покажу видон с моего окна. В общем, слушаю интересную информацию Натальи Брагзиной. Так что вот такие вот дела. Я была на ее семинаре в 2003 году. У меня были куплены все ее книги вплоть до 2007 года. Так что вот. Вот такие вот дела. Сейчас я вам покажу бидон и загружу это видео на мой канал YouTube, также на мою страницу ВКонтакте или, так скажем, на Facebook или туда и сюда. Так что вот. Сейчас посмотрю, я там повесила мой телефон. Посмотрю, там дверь хлопнула. Возможно, там как-то кто-то снял мою эту штучку или не снял. Сейчас я покажу себя. Висит эта штучка. Прямо на эта штучка, смотрите, видон у меня из окна, дождичек идет, я вообще не поняла, что у меня занавеска-то туда, как-то непорядок, что-то она туда у меня, эта занавеска. В общем, показываю себя крупным планом, имейте это в виду, детский садик Песенка, вы помните? 234-я, 256-я школа. Училась я в ПТУ 90, потом на вечернем юрфаке. Вот такие вот дела. Была замужем за Перри Максвеллом Данским. Написала книжку «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Получила сертификат на грант на 10 миллионов долларов. В общем, жду. Жду мои деньги, 10 миллионов долларов, собираюсь их тратить на мою счастливую жизнь, 80%.